Меня зовут Игорь, я представляю бар «Лапки» и «Киностудийный ток». Я участвую в конкурсе «Рулет Бартендер Челлендж», организованном одним из старейших конечных домов «Руле» с поддержкой компании «Ладога» и премии «Word to Eat». Основная цель этого конкурса – это возвращение коньяка в авангард коктейльной и гастрономической культуры. По этому поводу я приготовил коктейль, в основу которого входит коньяк «Руле» в дополнение с двумя битрами, такими как старомодный и шоколадный, с дополнением имбирным тоником. И медовые соды, которые очень благоприятно и гладко сопровождают следующее блюдо. Блюдо состоит у нас из бисквита на основе шоколада, кофе и винограда сорта Изабелла с подушкой из грушевой эспумы с тертым миндалем. Моя пара называется The Roots или корни. Что это означает? Мы не уничтожаем традиции, мы их создаем. И поэтому пора уже нам создать традицию, использовать коньяк в качестве как коктейльной основы, так и гастрономии. Соответственно, мы эстафету я передаю двум барменам. Это Андрей Рожков из ресторана «Эклипс» и Денису Неретину из «Ставбара». Всем удачи, мне удачи, пока.